Волгограде в результате взрыва бытового газа в доме 47 по улице Космонавтов полностью разрушен один из подъездов. До 11 человек увеличилось количество пострадавших. 80 человек находятся в пунктах временного размещения. Пожарным удалось локализовать распространение огня. Идет разбор завалов. Как сообщили в МЧС, пропавшими без вести числятся 4 человека. Они могут находиться под завалами. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.